Вы знаете, что скоро будет проводиться большой праздник нашего города, это День города, соответственно. Расскажите, куда обязательно вы пойдете и куда вообще обязательно нужно сходить в День города? Ну, я бы посоветовал сходить в центр города, где куча массовых мероприятий, есть как бы места, которые можно посетить, всякие кафетерии, будут открыты лавки, где можно купить много интересного. В День города обязательно пойду на площадь Ленина, в парк Жюля Верна. Ну и если получится, то и на Советскую. Да, я думаю, что я схожу как минимум на площадь Советскую, посмотрю на концерт, посмотрю на народ, посмотрю на выступления все. И затем, я так понимаю, что будет салют, и я появлюсь и там тоже. Вначале хотелось бы сходить днем в город, посмотреть, какие там мероприятия, а потом уже вечером, скорее всего, посмотреть на салют, увидеть это, и потом, возможно, пойти в ночной клуб, потому что там тоже будет своя программа. К себе домой, полагаю. Почему? Потому что не люблю гулять, я люблю посидеть дома чаще всего. Не люблю ходить никуда. Там очень много людей. Вас это напрягает? Да. Ну, потому что все ходят непонятно куда, непонятно что делают. Ну, я ожидаю, ну, много, как говорится, будет много народу, море, веселье, будут какие-то конкурсы, мероприятия. Вот, как говорили, будет колор-фест еще добавок. Честно говоря, ну, я не любитель таких мероприятий, всю жизнь не ходил. Но, думаю, в этот год мои друзья все-таки уговорили меня сходить. И, ну, в принципе, я за любой движ. И самое главное, конечно, салют. Ну, без этого никуда.